Привет, дорогие мои! Сегодня мы отправляемся в новое путешествие. Куда мы отправляемся? Какой-то скалистый лабиринт. Говорят, там можно даже с детьми. Вот, Саша вредничает непомерно. Ты коляску кто везет? Я. Саша, ты вредная? Скажи, ты вредная? Не вредная. Не вредная? Да. По-моему, вредная чуть-чуть. Die Instrumente im Winter wieder erholen. Ist ein Mensch, der Grenzen überschreitet, immer wieder. Der französische Schauspieler Gérard Depardieu. Heute wird 70. Marcel Wagner, смотрите, сейчас заедем. Скандал. Сейчас заедем в облака. Ой. Ой, Саша, смотри, какие туманы. Саша, я не буду снимать, я плохо вижу. Но смотри, какие горы. Сашуль, смотри, впереди ежик сейчас выйдет из тумана. Смотри, какую красоту ты пропускаешь. А вот так это изблизи выглядит. Видишь, видишь, Саша? Саша, это мамины очки. Саша, я не вижу без них ничего. Саша, ну я хочу смотреть на мир. О, свои какие туманы там. Саша! Чего вредничаешь? Саша, какая же ты противозная девчонка. Посмотри, как красиво, а ты портишь такой фильм. А мне ничего не даешь посмотреть. Саш, ты вредная? Да, я вредная. Не вредная. Не вредная? Тогда дай мне мои очки, пожалуйста. Значит, ты вредная. Она в очках сидит, да? Я без очков. Саш. Местный житель такой. Так вот он, да? Кёнигштайн наверху, да. Nach 400 Metern nehmen Sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Да. Мы приехали в лабиринт. Тут очень приятно все сделано. Вон там парковка сзади осталась. А здесь дорога через какие-то луга горные. Здесь сейчас на камеру не будет видно, но там сзади вон гора уже. Сашулька вперед побежала. Не знаю, нам еще для нас это первая поездка сюда. Мы на разведку приехали на самом деле. Потому что мы не знаем, можно ли туда пройти с коляской или нет. Надеемся, что можно. Ух ты, какое дерево красивое. Смотрите, летом оно, наверное, вообще прекрасно. Ну как ты, расскажи. Взять хочешь?
Она кричала: смотри, пап, я бегу. Я бегу, ты бежишь? Идешь. Саша, в горы лезет ребенок. Нет, 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 надо держаться за ручки. Саш, тебе нравится в горах? Да, мне нравится. Да, мне нравится. Дерево большое упало. Прям как окошки. Сломай дерево. Сломал. Смотри, какой гриб на дереве большой. Где? О. Где? Что где? Гриб? Мы уже пошли. На дереве. Смотри, какой гриб. Смотри, какой красивый. Это не гриб, камень. Камень. Это камни. Это мох. На камнях. Ой, смотрите, как там. Саш, пойдешь? Давай. Ой, наверху. Ой, смотрите. Очень держись, собака. Смотри, вот туда можно ходить, Саша. Давай, папа, вперед. Давай, пойдет. Папа пойдет, возьмет тебя на ручки. Сейчас, Сашуль. А там ничего интересного уже, да? Не знаю, там какой-то склон, спуск. Наверх. Наверх, давайте. Залезли чуть-чуть. Ну, залезли на сам верх, конечно же. Саш, нравится тебе? Саш, ты скалолаз? Камни, а на них мох растет. Иди проверь. Ага. Ну вот тут уже будет сложно. Будет сложно? Да. А там внизу нельзя пройти? Да отсюда можно. Чего отсюда? С вас. Либо вот здесь Сашу переставить сюда, нет? Нет, там я уже полезу.
Надо камеру убрать. Сейчас, Саш. Мамуль. Интересно, тут можно где-то зайти полегче, я думаю. Велосипедах люди. Маша! Сюда смотрите! Уходи, кричит. Как-то здесь намного более простые способы подняться. Но вот там я видел через расщелину, они поднялись намного проще. Поэтому Маша зря боится. Не, ну Саша, конечно, не очень удобно. Вот здесь можно. Там можно походить. Ну ладно, пойдем возвращаться, а то я потеряю. Чтобы не потерять Машулю, Сашулей. Попробую здесь спуститься, потому что я так понимаю, что здесь можно пройти вниз или там через верх опять. Алло! Да, спущусь здесь. Здесь интереснее. Чувствуется хорошая обувь. Вообще сцепление прям жесткое. Вообще не скользят. Правда, горные ботинки. О! Здесь будет интересно. Там тоже люди ползут. Судя по всему, да. А эти звуки, это велосипедисты. Thank you.
Там я наверху был. Все, начал дождь капать. Надо камеру вытирать. Найти мамулю со Шурой. Лабиринт, правда. Здесь они, что ли? Маш! Пойдемте сюда! Понравилось тут? Где мы шли? Вон туда тебе... Вот там мы прошли? Да. Сейчас, подожди, Сашуль. Папа, иди туда! Пойдем туда посмотрим. Не туда. Назад? Да. Нет, там не интересно. Давай посмотрим, что впереди, а потом назад. Сейчас. Пойдем сюда. Папа, лили вода меня. Давай, вот здесь я иди. Полезу. Давай руку. Ой. Давай сама. Вот так вот. Давай. Сама. Оп, сама, да? Молодец, давай сама. Ой, что такое грязь? Грязь, ничего страшного, что такое. Все папы очень большая. Ты очень большая. Ой, твоя вас. Ой, ты не упала. А мы сейчас пойдем вон туда наверх. Сейчас пойдем, давай посмотрим, что впереди, давай руку. Пойдем посмотрим, что вот там. Сейчас, я пока сейчас налезу. О, залезла, Саша, наверх. Все, дальше не надо. Дальше уж по пелене лезть, тут неудобно с камерой. Вау. Пойдем наверх залезем. Вот там? Не, не там, в другом месте. Вон туда наверх залезем, чтобы мама нас видела, пойдем? Давай спускайся вниз. Опа, пойдем назад. Ой, дерево заросло, видишь, корнями отвалилось. Саш, расскажи, как тебе здесь нравится? Да вот так, и вот так. Иди сюда, подожди, дайте, иди сюда. За Сашу смотри. Да, успокойся, ты тут огромное, огромное помещение. Да. Маш, ну тут огромно, все в порядке. Я тебе сказал, я тебя спросил, прыгнула ты или нет. Мама у нас боится. Пойдем. Ты не боишься? Мама боится скал. Вот. Вон, иди, обойди там. Чего иди? Да не тебе, я Саше говорю. Пойдем. Нет, идите, все, пошли вниз. Пойдем сюда. Давай, вставай. Опа, мамуль, лови ее. Да подождите, я сейчас сама наебусь. А что ты, мать, ругаешься? Потому что у меня на каблуках, между прочим, с сумкой. Ну я же тебе говорю, каблуки надо другие. Оп. Да перестаньте, тут не опасно. Почти залезли. Но мама Маша испугалась. Ну что ж, вот закончилась еще одна наша прогулка. Маш, можно я съеду отсюда из грязи? Вот, еще одна прогулка закончилась. Мы лазили горы. Маша ругалась матом. Мы с Сашей кайфовали. Мы залезли прямо на плато. Ну, практически, нам чуть-чуть запретили залезть. Я залез, как вы видели.
А Саша почти. Почти нас вовремя остановили. Вернее, не вовремя. Но вообще очень прекрасно. Я считаю, что для любого подростка, да и для взрослого человека это очень интересно. Ну, возвращаемся домой.